За окном жара, солнце припекает и ветра нет. А у нас зато есть такой веер, и он будет нас спасать. Класс. Давайте сделаем его. Складываем лист. У нас получается центральная линия. К этой центральной линии загнем теперь боковые стороны. Правую и левую. Раскрываем. Теперь правую сторону к самой правой полосочке. И затем к левой полосочке, правую сторону. Раскрываем здесь левую сторону к этой полосочке, самой левой. И теперь левую сторону эту ко второй полосочке, вот этой. Ко второй полосочке, то есть справа первая и вторая. Раскрываем. У нас получились такие вот равномерные полосочки. Мы лист переворачиваем. И теперь будем складывать гармошку. Складываем нижнюю сторону к первой полосочке. Затем она у нас ложится по полосочке, и верхнюю часть теперь кладем на полоску. Подбираем и складываем. Подбираем, складываем. Переворачиваем и последнюю складываем уже сверху. Сложили, раскрываем одну бумажку и складываем на две части. Продавливаем. Здесь загнем треугольнички. Мы их, получается, скрепляем, вот эти два листочка, две стороны. Это будет держать наш веер по центру. И теперь нам нужно туда ее засунуть. Итак, засунули, теперь снова продавим хорошенько. И можно раскрывать. Такой вот у нас веер получился. Друзья, понравился веер? Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, вот здесь вот ссылочка. А я с вами прощаюсь, пока-пока.